Тем, кто ее не ждут, когда-то была такая шутка, в деревне Гадюкина опять дожди. Значит, каждый человек, он, как мы уже знаем, формирует свою реальность, в которой он находится. И у кого-то, то в Лев написано, царь Соломон нам говорил, что у кого хорошо на сердце, у него всегда пир. Всегда пир. А бывает, что человек, он такой не умеет ценить, радоваться. У него, значит, всегда все что-то не складывается. Кстати, интересно, Ладно, не буду, в конце урока. Я сегодня нашел очень красивое письмо Любавического Рэба. Он объясняет там тоже про радость, про счастье, про благословение. Очень интересно, это в конце будет, в конце нашего сегодняшнего занятия. Итак, продолжаем увеличивать радость. Миша Нихнасадар, когда пришел месяц Адар, Марвим Бесимха, увеличиваем в радости. Каждый человек сам кузнец своего счастья, своей радости, своего здоровья, своего богатства, своей жизни. Мы все кузнецы, значит, и каждый только умеет это делать по-своему. Как узнать, насколько человек умеет создавать радость в своей жизни? Очень просто, посмотреть на жизнь. И вот результат. То есть каждый человек, он легко может оценить результаты своей умственной, физической деятельности, если он, конечно, только не выбирает скидывать ответственность на других. Есть такие люди, которые, типа, все, вот у меня все не ладится из-за других. Они как бы такие жертвы обстоятельств, то есть они жертвы. Это есть такие люди, они делают такой выбор, они говорят, что я? Типа, все виноваты, все против меня. Вот сменится правительство, и все будет хорошо, думают они. Даже нет, они думают, что сменится правительство, все будет еще хуже. То есть, если мы возьмем пессимистический способ мышления, то есть люди, у которых вообще они себе так придумали, что у них выхода нет. Вообще нету. Ни выхода, ни входа. Все виноваты. Хорошо. Значит, мы изучаем, как радоваться. Сегодня у нас шестой инструмент по предложению автора книги «Быть в радости». Значит, Рон Вебер его зовут. Значит, давайте повторим 5 предыдущих инструментов, которые мы выучили. Первый инструмент – это решение увеличивать радость. Радость – это работа. То есть, это не просто так радоваться. Это работа, это решение. И это решение должно человека приводить в каждой ситуации, где он отслеживает свое эмоциональное состояние, к моментальному улучшению его, попытки, во всяком случае, улучшить его хотя бы на один пункт, на один градус. То есть, если я решил, что я буду счастливым, радостным, сейчас мы говорим про радость, отличие радости от счастья, что радость это реакция на какое-то изменение, а счастье это внутреннее состояние, это фоновое состояние. Счастье это фон, и тот человек, который работает над своей радостью, он по ходу, он как бы приучает себя, тренирует к тому, чтобы у него было счастье, как, например, человек, который бегает и готовится к марафону, то у него автоматически уменьшается пульс в состоянии покоя. То есть он над этим не работает специально. Он работает над тем, чтобы увеличивать выносливость. И готовится к марафону, бегает. Но у него по ходу дела, у него опорно-двигательный аппарат тренируется. И у него сердце, оно в покое дает меньше ударов. И у него уходит уровень стресса. Но он над этим не работал. Точно так же, как человек, который работает над радостью, вот то, что мы сейчас делаем, это конкретные инструментики, которые тебя в моменте повышают твою радость. Но если ты в моменте все время тренируешься повышать свою радость, то в итоге фоновое счастье, оно тоже растет. Понятно, да? Хотя счастье отдельно мы уже вот закончили, есть для партнеров, друзей и спонсоров Вайкра, для всех, кто ходит на уроки, есть, если вы зарегистрируетесь в анкете, то у вас есть даже бот будет, называется 10 шагов к счастью, вы можете получать бесплатно все наше обучение, только нужно пройти регистрацию, заполнить анкету, и тогда мы для вас подключим те уроки, которые именно вам помогут с точки, где вы находитесь, перейти на более следующую точку близости ко Всевышнему. Хорошо. Значит, еще раз повторяем. Первый инструмент для увеличения радости – это решение, внутреннее решение увеличивать радость.
которая выражается в том, что как только вы отслеживаете свое состояние, вы делаете что-то, чтобы увеличить радость. Второе, это инструмент увеличения радости, шутки, прибаутки. То есть, то, что мы, это как пища, да, человек, ну, самый простой способ увеличить радость, это алкоголь. Но алкоголь это радость, украденная у завтрашнего дня. То есть, ты как бы сейчас увеличил, но ты у себя же украл. Поэтому мы алкоголь отодвигаем в сторону, а мы берем вместо алкоголя шутку. Хорошую шутку, можно иметь какой-то там подписаться, сборник анекдотов, хотя анекдоты такие тоже все разные. Мы учили три ограничения на шутки. Шутки не должны никого обижать, шутки не должны быть пошлыми, и шутки не должны вызывать у шутника состояние, что он возвышается над теми, ну, над остальными. Третий инструмент называется «как будто ты радостный». То есть был такой станиславский режиссер, который говорил, что через внешнее приходит внутреннее. Если ты, значит, улыбаешься, если ты ведешь себя как будто ты радостный, то приходит это ощущение радости. Это у нас был третий инструмент, мы выучили. Четвертый инструмент называется танцы, и он пишет хлопанье в ладоши, то есть это человек, который начинает танцевать, музыка, все, он может в себе пробудить радость, если использует ту музыку, которая у него ассоциируется с радостью. Следующий у нас инструмент был, это был четвертый инструмент. Пятый инструмент у нас был капсула радости. Значит, в какие-то моменты каждый из нас был радостный. День там, свадьбы, день рождения, какой-то Новый год, какая-то поездка, какое-то достижение какой-то цели. И если фиксировать эти моменты в журнал радостных событий, особенно добавляя туда фотографии и так далее, то ты можешь из вот этих вот капсул радости, возвращаясь туда мысленно, ты можешь черпать радость сегодня. Это был пятый инструмент. Сегодня у нас шестой инструмент, который называется... Кто такой богатый? Богатый это тот, кто радостный своему уделу. Это очень известное выражение из Торы. Это Мишна в Перке Авот, 4 глава. Кто богатый? Там один из вопросов, который эта Мишна разбирает. Миашир, кто богатый, а самех бехалко, радостный своему уделу. Он говорит, о, отлично, вот шестой инструмент радости. Это быть радостным своему уделу. Что значит быть радостным своему уделу? И тут он приводит, очень у него такое понятное написание книги, он приводит случай, из которого он как бы выводит этот закон, личный случай. Он говорит, я в молодости работал в стартапах, был программистом и жил какое-то время в Калифорнии. И вот я как-то ехал с одним из наших инвесторов нашего стартапа, который ехал на Range Rover Sport новом и так далее, и он как раз только там несколько недель назад продал свою долю в какой-то другой компании за 250 миллионов долларов. И он, значит, едет на этом новом Range Rover Sport, все, он говорит, я сижу рядом, и тут его обгоняет какой-то очень крутой, там какая-то машина, Jaguar, значит, обгоняет его, и этот говорит, это говорит там Давид, он меня и... На трассе обогнал, и в жизни он меня тоже обогнал, потому что он как раз сделал экзит, ну, то есть продал свою долю в компании или свою компанию за 750 миллионов долларов. Я лузер, он говорит, он меня и тут обогнал, и там обогнал. И он говорит, я тогда задумался, действительно, это такие огромные деньги, 250 миллионов долларов, а он себя ощущает лузером, неудачником относительно другого. И тут он приводит как раз вот этот закон истории, да, что богатство не измеряется какими-то абсолютными величинами. Богатство измеряется ощущением человека, или ему хватает, или не хватает. Если человеку хватает, и у него есть избыток, то он называется богатый. Так по Торе. Тора необычно смотрит иногда некоторыми ракурсами на мир. Если у него есть много, но ему не хватает, он называется бедный. Причем интересно, по Торе, когда ты помогаешь бедным, нужно помогать бедному именно то, что ему не хватает. Поэтому если кто-то был богатый и он обеднел, то ему помогают намного больше, чем если человек был бедный и обеднел еще больше. То есть каждому помогают в зависимости от того, что ему не хватает. Все очень относительно. И вот, значит,
даже был случай, когда один из там великих мудрецов Торы, он и был какой-то обедневший из очень богатой семьи человек, и он ему хотел помочь, и не было, тот привык, что перед, у него были слуги, которые перед ним там шли, расчищали дорогу ему там, да, и вот этот великий мудрец, который был там один из главных мудрецов, он перед ним шел и людей отгонял, он сам, то есть, он говорит, если я уже решил ему помочь, так я ему должен помочь по тому, как, что ему не хватает. И он ему в этом помогал. Теперь, значит, что мы отсюда видим? Что богатый – это тот, кто доволен своему делу. Дальше он пишет такую вещь. А как это сделать? Он приводит совет Раби Нахмана. Раби Нахман пишет в... значит, пишет он так. Кто такой богатый, он говорит, ну, это известно, радостный своему уделу. И поэтому должен человек радоваться всегда тому, что у него есть, своему уделу. Хелек шело – это его удел. Значит, а как он может радоваться этому уделу? Он должен знать, что все, что есть у него, это милосердие великое от Бога. И даже хлеб, и даже вода – это уже милосердие от Всевышнего, это подарок. И когда он понимает это, когда он понимает, что все, что у него есть, это подарок от Всевышнего, тогда он через это ощущение, он удостаивается богатства настоящего, и когда он внутренне удостаивается этого богатства, к нему приходит и внешнее богатство. И дальше он его принимает, уже это внешнее богатство, с любовью и с радостью. И он может быть уже и по каким-то абсолютным величинам, он может быть богатым человеком, да, Ашер-Гадоль. Значит, как... Но дальше он приводит отрывок из притчи царя Соломона, в котором написано, «Есть тот, кто богатеет, и нет у него ничего, и есть тот, кто беднеет, и у него большое имущество». То есть, еще раз, даже царь Соломон нам говорил, что богатство, бедность – это очень относительные понятия. Потому что, например, человек, который теряет деньги, вот у него было, вот не дай бог, чтобы ни с кем такого не было, есть в Украине, там, например, Игорь Валерьевич Коломойский, да, который, человек, который всю жизнь зарабатывал деньги, был один из самых богатых людей в Украине, несколько миллиардов долларов у него было. Он был просто царь. И сейчас у него вот такое тяжелое положение, он сидит в тюрьме. То есть мы видим, что бедность, богатство, оно все вот так вот меняется, есть, нет. И даже у него до сих пор есть там, я не знаю, или та же Блиновская возьмем, да, Елена Блиновская, которая миллиард не доплатила налогов. Налогов миллиард, ну то есть это огромные, невероятные деньги, да. Но то, что она сейчас находится в тюрьме, это ужасно для человека, это никак не... компенсирует то, что у него где-то что-то там спрятано, не спрятано. То есть, вот этот момент Тора нам говорит, что момент богатства и бедности – это очень относительный момент. И он кроется как раз вот в этой фразе, что кто богатый, тот, кто умеет радоваться своему уделу, тому, что есть. То есть, тот, кто смотрит на полуполный стакан и на то, что у него есть. И дальше продолжает Раби Нахман, что если человек... который так смотрит на вещи, он после этого удостаивается настоящего богатства, ну, ашерут мамаш, то есть, как бы, у него есть много денег, серебро, золото, много имущества и так далее, то он не упадет в ловушку вожделений, и он не будет, то есть, человек, который богатый, например, да, он попадает в ловушку вожделений, то есть, сразу же на него идет охота, такие очень опытные маркетологи, самый богатый человек в мире – это Арно. Ну, один из самых богатых, он все время меняется. Владелец всех вот этих люксовых брендов лакшери. То есть, они настолько продумывают, чтобы человека сделать, ну, вот, что тебе не хватает. Ну, то есть, тебе реально не хватает. Вот ты думаешь, что ты уже богатый, ты вообще не крутой. И они все время человека высаживают на... такую ситуацию, что он все время чувствует себя не хватает, не хватает, не хватает. И он все время должен куда-то стремиться. Тут он, есть известная история о Генри, такой был рассказ о Генри,
как один бедный, очень рабочий, простой рабочий, он шел по улице, у него не было денег, у него не было вообще, ну, то есть он такой несчастный, несчастный, да, и вот он идет, и тут проезжает мимо машина, профсоюзный какой-то там лидер этого района, и он для этого рабочего, он такой прямо вау, ну, там, вообще великий человек. И этот лидер профсоюзный выходит, жмет ему руку, этому рабочему, и он приходит, тот рабочий, домой, и жене говорит, вау, я такой счастливый, там вообще, ну, то есть он мне руку пожал. Теперь, значит, этот профсоюзный босс приезжает на какую-то там городскую встречу этих всех политических там лидеров, и тут к нему подходит к нему мэр города, да, и там этот мэр ему жмет руку. Этот вообще, он просто вау, типа, счастье привалило, мэр мне руку пожал. Потом этот мэр встречается с одним, там, заходит в какое-то там высшее общество, и там Вандербильт, по-моему, ну, один из самых таких вот богатых, но не только богатых, а и семей таких респектабельных семей, которые аристократия такая американская. И этот аристократ жмет ему руку, вот этому мэру там, или, ну, там, я не помню, кто это был. И он, значит, этот мэр там вообще в шоке, что как, вау, там, мне руку пожали. И потом последний, как бы, акт этого рассказа, этот Вандербильт едет на своей там машине, и он заезжает в бедный район, и он заезжает в этот бедный район, и видит такого унылого рабочего, который идет по этому бедному району. А этот, он думает, вот я так хорошо живу, там что-то он думает себе, этот Вандербильт, и он выходит и жмет этому бедному руку, и счастливый садится в машину. То есть всем чего-то не хватает. И когда человек испытывает нехватку, то у него в этот момент есть ощущение, ну, недоделанности, мне не хватает. И всем не хватает. То есть неважно, сколько у него денег. Если у тебя 100, ты хочешь 200. Причем, чем выше поднимается человек, тем ему сложнее сделать следующий шаг. И вот это самое, да. Смешно, что Давид Михаэля, лучше пишите из Ниццы, да. Потому что он то в Ницце нам привет шлет, Давид Михаил. А то он нам шлет из славного города Писек, Швеция. Не Швеция, а Чехия, да. То есть как-то очень смешно это звучит. Привет вам из города Писек. Значит, давайте вернемся к этой теме. Значит, чем выше человек поднимается, тем ему сложнее. У него есть такой принцип гедонистическая адаптация. То есть он адаптировался. Там вначале человек заработал деньги, все отлично. Переезжает он в какой-то там более дорогой район, смотрит, а там люди-то живут лучше, чем он. Проводили исследования, что если кто-то в районе покупает новую машину, то его соседи покупают новую машину там в течение первого года, а через два дома покупают там в 50-70% случаев новую машину, потому что они уже чувствуют свою как бы недоделанность. То есть у этого такая крутая машина, а я вот выхожу все время и смотрю на свою старую. То есть так устроена психика человека. Теперь он говорит, что это путь в никуда. Но если ты хочешь быть радостным и счастливым, надо действовать строго наоборот. Как строго наоборот действовать? Значит, продолжает Раби Нахман, если он удостоится такой человек, который умеет ценить то, что у него есть, тогда он не упадет вот в эту вот погоню за вожделениями, а он, даже когда у него будет много, он будет радостный своему уделу всегда, потому что он понимает, что все, что у него есть, это подарок, это даже больше, чем ему нужно. Тогда он будет всегда богатый. Понятно, да? И дальше он нам дает такое упражнение, он говорит, надо радоваться тому, что у тебя есть, и не смотреть на то, чего у тебя нет. Поэтому упражнение он дает. Возьмите лист бумаги, ручечку и составьте список, что у вас есть в вашем уделе уже, да? Какие у вас есть таланты, какие у вас есть возможности, умения, навыки, какие у вас были маленькие успехи, какие подарки, которые вы удостоили в жизни. Запрещено писать в этот список то, что вам не хватает, а только то, что уже есть. И это есть радоваться своему уделу, иметь этот список и все время радоваться тому, что есть. Радоваться тому, что есть. И даже если у вас есть какое-то желание, ему тоже надо радоваться. Тоже класс. И у меня есть желание, чтобы было больше. Теперь вторая книга, она нам добавляет нам к первой очень полезный совет. Значит, вторая книга нам добавляет, вот тут я нашел, очень классно, они как раз сочетаются эти два совета, вот.
Желание. Он говорит такую вещь, что желание для человека это очень важное. Значит, хотеть, стремиться. То, что мы делаем, зависит от того, что мы хотим делать. То, чего мы достигаем, зависит от того, чего мы хотим достичь. И больше того, когда нам действительно чего-то очень-очень хочется, мы начинаем об этом молиться, и тогда Творец посылает нам такие творческие силы, которые помогают нам быстро добиться желаемого. И поэтому хотеть, мечтать, стремиться – это даже важнее самого действия. Как это сочетается? Как это сочетается? Очень легко сочетается. Вот у тебя есть список того, что есть, и ты рад своему уделу. Ты понимаешь, что все это подарок. Ты радуешься, смотришь на то, что есть. Теперь в этом списке ты добавляешь. Еще я хочу там пробежать марафон, улететь на Луну, заработать там $1 000 000 и так далее. То есть это тоже, у меня есть такое желание. Не то, чтобы мне не хватает. Мне всего хватает. Спасибо Всевышнему, я рад, счастлив. И мне прикольно, что у меня есть такое желание, которое меня двигает вот туда. Я буду молиться Всевышнему, чтобы он мне дал вот то, что мне тоже хочется. Но я не испытываю недостатка. Я испытываю только благодарность. И дальше он пишет такую вещь интересную. Вот красиво вообще, просто для меня это был такой, знаете, как инсайт. Вот, допустим, у человека есть какое-то желание что-то получить. И он, когда у него есть желание что-то получить, он молится об этом желании, хочу, чтобы оно было, делает какие-то действия, при этом радуется тому, что есть, благодарит Всевышнего за то, что есть. Все идеально. Но тут он приводит такой интересный рассказ. Незнакомец называется рассказ. «Извините меня, пожалуйста», — сказал Шимону незнакомец. То есть был какой-то Шимон, и к нему подходит незнакомец, и ему говорит, «Я наблюдал за вами длительное время». И на меня произвело огромное впечатление то, как вы себя ведете и то, что вы делаете. Вы просто необыкновенный человек. Поэтому я хочу вручить вам этот денежный приз. И дает ему конверт. В этом конверте достаточно денег, чтобы вы смогли поселиться в любом месте мира. Купите себе дом, выберите то, что вас действительно интересует. И тратьте все это богатство по своему усмотрению. Видно, что книжка давно написана, сейчас бы он ему дал бы там флешку с биткоинами, например, да, зачем конверт? То есть, он, дальше автор продолжает. Правда, мы все мечтаем о таком чуде. Как нам хочется, чтобы этот незнакомец уже поскорее потрепал нас по плечу, чтобы вот привалило такое большое счастье? Он говорит, но на самом деле, он говорит, давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Что мы сделали, чтобы Творец согласился послать нам такого незнакомца? Стали ли мы сегодня чуть-чуть лучше, чем вчера? Ведь вчера мы точно не были достойны такого подарка. Понятно, да? То есть вопрос такой, почему Бог сегодня мне должен дать то, о чем я мечтаю? А ведь что изменилось во мне? Может быть, я сегодня стал по-другому относиться к людям. Может быть, я сегодня по-другому делаю какие-то вещи. Может быть, я начал выполнять какие-то заповеди. Может быть, что-то я изменил в себе. Но я должен же был стать другим. Ведь, как правильно написал один вот здесь кто-то комментарий в YouTube, что Бог знает, кому что давать. Да? Значит, вопрос такой. Почему сегодня мне должно повести и моя мечта должна реализоваться, если я остался такой же, как вчера? Это понятно, это как бы ход мысли очень логичный. Но вот тут начинается новое, то, что, на что я обратил внимание. Давайте скажем честно, если бы вы были на месте Творца, смогли бы вы доверить самому себе такое огромное богатство? Другими словами, все мы мечтаем только о том, чтобы поскорее оказаться на месте Шимона, которому дали. А что насчет незнакомца? Получить. Это один способ мышления, жизни, молитвы. А если мечтать стать таким человеком, который дает другим что-то уникальное, что-то очень яркое изменение. Вот это есть такое прям трансформационное изменение, которое может изменить все в жизни человека. Получается, что если человек хочет получить то, чего у него пока нет, то он должен измениться. Хорошо, значит, можно меняться по чуть-чуть, но есть трансформация. Я вообще не хочу получить, я хочу дать. Например, та же самая молитва, человек думает, я хочу, чтобы мне Бог дал там $1 000 000, да? А я этот из миллиона, полмиллиона я отдам на благотворительность. Человек думает,
ну, так же мало кто думает, вообще мало так кто поступает. Но есть такие люди, да, те же миллиардеры, которые в Америке, они половину своих денег или после смерти все свои деньги завещают на благотворительность. Понятно, да, как интересно? То есть, получается, для Бога же нет в Торе раньше-позже. Это очень интересно, что такой закон в Торе, что повествование в Торе, оно не привязано к хронологии. То есть, есть вещи, которые были там раньше-позже. Есть такой закон, что для Всевышнего в Торе нет раньше и позже. Теперь получается, если человек, он живет, и вот тут я хочу перейти, завершить вот очень коротеньким письмом Любавического Ребе. Такой рассказ про него. Значит, кто-то написал Любавическому Ребе письмо, в котором он жаловался на свою жизнь, на свою ужасную жизнь, значит, что ему очень тяжело. И он ему отвечает, что я не хочу сказать, нет у меня намерения сказать, что вам положено, чтобы ваши заработки были так ограничены. Я это ни в коем случае не хочу сказать. Или не хочу я также сказать, что ваше здоровье, которое сейчас пошатнулось, и у вас слабость такая, что так должно быть. Он говорит, нет, я не это хочу сказать. А я хочу только, бати Леорер, я пришел только, ну, как бы, пробудить, как, ну, заметку, да, сделать такую заметку, что возможно, что смыслом того, что у вас есть слабость здоровья, и нет у вас, перекрыты вам все каналы заработка, что вы вообще не замечаете, не признаете благословения Всевышнего в этих вопросах. А когда не признают благословение, добро, которое получают от Бога, которое идет человеку сверху, и особенно, он пишет, убыпрат, когда ты не просто не признаешь, а еще и ужасно в очень острых выражениях, которые есть в вашем письме, ты как бы отрицаешь, что вообще у тебя есть что-то хорошее в жизни, что Бог тебе что-то хорошее дает. Что он говорит, почему, что здесь удивительного, что на небе не дают благословения в этих вопросах. Обратите внимание, да? Вот, например, человек, который, он говорит, там все у меня плохо, не вообще у меня все плохо. Ничего хорошего, ужасно, Бог мне ничего не дает. Нет. А по факту это вообще то, что он жив, то, что у него есть еда, то, что он даже прожил там несколько десятков лет, то, что первые 10 лет он в своей жизни не работал. Кто работал первые 10 лет на тяжелых работах? Никто. Вас же кормили? Кормили. Ну, типа, так должно быть. Кто сказал, что так должно быть? Лет 100-200 назад детей отправляли там в 4-5 лет уже там на работу где-то, да? Было вообще бесправно. Женщины, например, недовольные. Лет 200-300 назад у женщин не было избирательных прав, не было работы, они просто были на рабском уровне. Так теперь, если человек, он не признает, что Бог ему уже дает благословение, он перекрывает это благословение. Как ты хочешь еще что-то получить, если ты не признаешь то, что он вообще тебе что-то дает? Вот здесь он нам, теперь давайте все вместе соединим в одно. Первое. Кто богат, тот рад своему делу. То есть нужно научиться радоваться и благодарить Всевышнего за все, что у тебя есть. То есть прямо сделать список и каждый день 100 минимум благодарностей за то, что у тебя есть, благодарить Всевышнего. Второе. Добавить мечту. Да, пускай будет мечта, значит, какая-то мечта, о которой ты мечтаешь, и ты просишь Всевышнего. Но теперь он же тебе до сих пор не дал эту мечту. Значит, что-то в тебе не сработало. И вот тут из этой книги третий, да, совет. Переверни, не проси для себя, проси для того, чтобы стать проводником добра для других людей, чтобы быть тем незнакомцем, который даст много счастья другим людям. Это кардинальное изменение, это вообще другой способ мышления. Если человек становится по-настоящему другим, возможно, Всевышний ему и даст. Но тут надо начать с мелочей, то есть не надо сразу таких больших трансформаций, просто больше добра, больше людям говорить хороших слов. Я сегодня наблюдал один случай, один человек у меня есть знакомый. Он очень, ну, раввин, учит Тору, все, израильтянин.
но он очень в нем много ненависти по отношению к какой-то там, он не любит правительство, там, в общем, есть в нем вот эта вот определенная злость, в этом мы с ним расходимся, то есть он вот в чем-то он очень сильно проявляет вот злость и гнев. Во всем остальном он просто цадик, вообще такой умнейший, гений, там все, учит Тору, делает много добра, все. Но есть в нем на вот, вот этот вот гнев, который он направляет на какую-то там куда-то. Сегодня на него вдруг нападает сумасшедший, вообще. Вот ни на кого нападает на него на улице, казалось бы, все безопасно, утро, молитва, все. На тебе сумасшедший в приступе, на него нападает, там разбивает ему телефон, приезжает полиция, там ну, совершенно какой-то непонятный взрыв. Вокруг человека, который, казалось бы, но я для себя сделал вывод, что любое, все, что есть в тебе, оно же к тебе возвращается. Это то, что мы учили в притчах царя Соломона много раз, копающий яму, в нее упадет, там, и так далее. То есть, все возвращается к человеку. Поэтому, если ты реально хочешь сделать для людей много добра, то это добро к тебе придет с неба, и ты будешь проводником этого добра. Все, дорогие друзья, всем удачи и успехов. Надеюсь, что вам очень этот урок помог. Напишите свои выводы. Очень важно свои инсайты записать. И дальше сделать какие-то действия для того, чтобы ваше осознание и понимание, они превратились в действия. А Всевышний уже наполнит, да, тот, кто благодарен, Всевышний даст ему еще. Все, я вам поэтому очень благодарен, спасибо огромное, у нас очень, спасибо за вашу помощь, мы очень сильно развиваемся. Слава Богу, у нас уже онлайн-школа «Жизнь по Торе», новые боты мы запускаем, новые, то есть мы делаем целую систему сейчас для того, чтобы у каждого был индивидуальный путь к Торе, чтобы были уроки по разным темам и так далее, поэтому ваша помощь очень ценная. Каждый доллар превращается в 4 часа изучения Торы в среднем разными людьми. То есть мы несем много божественного света в мир. И у всех партнеров Экра есть в этом своя доля. Значит, мы партнеры. Все, всем удачи, успехов. До завтра. Пока.